Останься хладнокровным и спокойным, и, может быть, даже радостным. И ты сможешь спокойно жить в мегаполисе. Друзья мои, я вовсе не к тому это говорю, чтобы сейчас все, кто слушает наш подкаст, послали мне $100. Хотя, что примечательно. Хотя... Не откажусь. Хотя, в принципе, я бы не назвал эту идею глубоко порочной. Совсем уже абсурдной. Да, уж совсем абсурдной я бы ее не назвал. И буди, если в ком проснется... Мне же, кстати, написал один человек, который мой роман скачал. Ну, давайте я вам... Как он сказал? Давайте я вам заплачу через терминал, что ли? Что он сказал? Что-то такое, да. То есть совесть-то в людях есть. Все ж таки. Да. То есть страдания художника доставляют им самим неприятные гаммы, да? Поэтому я не к тому, чтобы каждый из вас послал, или хотя бы каждый третий, чтобы мне послал хотя бы каждый пятый. Да, я вспомнил. Не а к этому я. Я вспомнил, а если каждый из 100 граждан даст мне по рублю, да, тогда я куплю то, чего люблю. Совершенно верно. Да, вот. Я в принципе говорю вот о чем. Друзья мои, не позволяйте гамме негативных чувств вспыхивать в вашей душе в ответ на стороннее воздействие на вас. Этим вы сохранитесь. Этим вы сохранитесь. Ведь это же второй закон Ньютона, по-моему. Тело сохраняет состояние покоя или находится в равномерном прямолинейном движении, пока на него не действует... Равноускоренно. Пока на него не действует другое тело. Летящий правильно? Кулак. Да. Так вот, не позволяйте другому телу, воздействующему на вас, нарушить ваше состояние покоя или равномерного прямолинейного ускоренного движения. За это хочется выпить. А Саше нечего сказать? Нет. Как Сашенька же нам... Саша нам раскрыл глобальный рецепт, как не быть хамьем. Ну, финал-то финал. Просто то, о чем сказал Юра, да, это, как я уже заметил, это лекарство излечения конкретного человека. Совершенно верно. Но не попытка решить проблему, да, как таковую. Да. Я бы рекомендовал решать проблему как вот, таковую. Вот. Ну, мы о разных вещах, да. Да, мне кажется, что просто люди должны держать себя в руках. Вот. Будьте здоровы. Я лучше за это. Преимущественно в своих. Да. Да. Я лучше за это. Да. Ну что, уважаемые. Отлично. Это я понимаю, в запас идет.